В встрече приняли участие представительницы трех поколений – бабушки, матери и молодые девушки. В ходе мероприятия затронуты вопросы религии и духовных ценностей. Организаторы отметили необходимость воспитания девочек в национальном духе, привитие им основных женских качеств. Воспитание девочки должны участвовать не только семья, школа, детский сад, но и все государство в масштабном смысле. Сегодня преподаватели Центра обучения языков подготовили специальные вопросы, которые помогут провести познавательную беседу между представительницами всех трех поколений. В мероприятии также принял участие участковый инспектор отделения ювенальной полиции Управления внутренних дел города Кокшетау. Он рассказал о мерах предосторожности и предотвращения правонарушений. Представительницы старшего поколения делились жизненным опытом и давали советы молодым. Сегодняшнее мероприятие имеет важное значение, так как женщина – мать, главный человек в жизни каждого. Воспитание девочки – это воспитание нации. Я считаю, что за активными, достойными гражданами страны стоит мудрая женщина, которая вырастает из маленькой девочки. Если ее правильно воспитать, то она сможет передать заложенные в ней ценности другим поколениям. Стоит отметить, что встреча приурочена к Международному дню девочек. Праздник отмечается с 2012 года и провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Анель Бисенбаева, Тумарым Бабасанова, Павел Соловьев, Жахангер Мукамбетов, Кукчи, Акпарат.